музей усадьбы Тадеуши Костюшко в Косово будет интересен всем, кто чтит память великих героев своей родины, любит вникать в исторические факты и тайны. Анджей Тадеуш Костюшко – выдающаяся личность, очень известная и популярная в Беларуси и Польше. Этот исторический деятель родился в 1746 году недалеко от города Косово. Жители этого города гордятся тем, что на их земле родился знаменитый герой, именно поэтому в его честь открыли музей, позволяющий подробно ознакомиться с жизнью борца за справедливость и бытом его времени. В Косово приезжает множество туристов каждый год, чтобы отдохнуть и посетить интересные исторические достопримечательности. Главная цель туристов – это, конечно, Косовский замок. А заодно путешественники посещают музей.